Привет, привет, мои дорогие. Думаю, еще у нас тут все рубит и рубит, рубит, рубит. Ну, посмотрите, что делают. Началась борьба с тополями. Где-то в окно посмотрела. Все верхушки срезали. И вон там тоже. Груша цветет. Ну, вроде понимаешь, да, там пух от них, вот для чего. А с другой стороны, что-то и жалко. Хотя они к концу лета начинают болеть. На них или клещ какой-то поселяется. И теперь у меня будут видеть трамвайчики. В эти выходные, не знаю, поедем на дачу, надо тогда балконом заняться. Один балкон сделать и снимать там мукбанга. Да-да-да. А я пойду делать селедку под шубой. И надо что-то пожрать и на работу. Вот у меня для шубы. И сейчас я вам покажу. Пакетик майонеза. Готовься. Нет, я иду за тобой. Ребят, быстро делаю селедку под шубу, я уже все. Ну вот, я практически собралась на работу, но еще голова у меня, можно сказать, не уложенная. Селедка у меня вот такая осталась. Я не взяла вилку. И быстренько выкладываю. И чтобы не было лишненького маслица. Все сейчас сделаю. Что-то я все забыла. Лук почистила, не порезала. Но тереть-то я его уже не буду. Лук какой-то нехороший. Во-первых, он жесткий какой-то. Начала чистить. Две луковицы вчера выкинула. Делала рыбу и выкинула две луковицы. В общем, все, вот это выкидывается. Чтоб не было ничего лишнего, я сейчас промокну селедочку-то. И все. Хватит. Быстро, быстро, быстро. Все делаю. Главное, порубать лук. А вечером мы это пожрем. Ну все, потереть пакетик, помять, чтобы так, ну, вы сами понимаете. Это же я вам не рецепт, а просто говорю, что я сейчас буду делать селедку под шубу. Сейчас я... ничего сложного. И хочу потереть вот на этой, попробовать терки, на другой, как корейская морковка. Что получится, лук порезать. Вот сюда. Немножко. И немножко на картошку. Попробуем, как это будет. Ой, лук какой. О, интересненько. Ну и в таком... майонез, морковку, майонез, свеклу, майонез. Покажу, когда она уже будет все готово. Главное, я вам сказала, жалейте пакетики сразу же. Ой, все, я заканчиваю. Ой, девчишки, ой, девчонки и мальчишки. Если я покажу сейчас свое рабочее место, все идеально будет шок. У меня тут крошки, там крошки от свеклы. Ой, не знаю, вот думаю, две или одну. Нет, наверное, две еще свеклу я с вами потру. Пакетик очень прям плохой. Майонеза прям ужасно плохой. Давайте еще пол свеклки. Маруся тут трется. Хочет тоже селедки под шубой. Я говорю, нет, рано еще, Марус, погоди. Вот так вот. Стараюсь Марусю руками не трогать. Все накидано, все набросано. Пакетик майонеза точно бедный. Ну и все. И сейчас я ее в холодильничек. И потом пожрем.
Надо яйца творить. Чтобы потом для красоты украсить желточком. Есть мы будем после работы. Это будет поздно вечером. Ну что делать? Я сегодня в ночь опять. Что-то у меня так получается. И надо сейчас что-нибудь поесть перед работой. Моя идеальная селедка под шубой готова. Ой, как вкусно. Вот я тут себе картошечки думаю, надо поесть. Что-то прям хочется. Целый пакет майонеза ушел. И нагреть кофейку и с вами попить. Сейчас переоденусь. Ну, чтобы этот пакет майонеза не оставлять в холодильнике. Надо дожрать и выкинуть. Ну, что тут осталось? А всем доброго дня. Доброго вечера. Когда смотрите мое видео. Не люблю я так слегку. Пока-пока. Вот это вкусно.